Молчи. Пишем все со звуком. Можете комментировать. Значит, что у нас сегодня происходит? Мы уговариваем. Начали пастели раму, принять пыльцу от пастели Леганса. А, то есть вы, короче говоря... И Салман Дрим пришел к нему на свидание. Это сегодня у них, скажем так, брачный день. Подождали чуть-чуть, сделали пару дней фотографии, а теперь цветы безжалостно срываем и опыляем ими. Так, а ну покажите, что срывает, интересно показать, посмотреть. Это что значит такое? Это сорт пастели Леганс. Я убрала все лепестки, которые мне мешают. Сделала вот такую кисточку. И с пастели Леганзом хожу, опыляю некоторые сорта. Ира, ты вот должна опылять. Ясно, стоп, а Ирина куда пошла? А что Ирина тут носит? А Ирина, расскажите, что это сорт Салман Дрим. Лососевый сон. Красавец. Это я его раскрыла вот побольше в процессе этого. Ага. А так красавец. А у него даже изнанка вот какая красивая у него. Что еще вы можете о нем сказать? Я бы себе такой в сад посадила. Такое вот за ним наблюдать. Мы были на другом участке, там вот куст его растет. Очень красивый цветок. Он украсит сад вот любой просто. Да. Я говорю, вот у цветка должно быть все прекрасно, даже из-под. Вон каждый лепесточек как расписан с этой стороны. Красавец. Пойду. Отлично. Хорошо. Да. Значит, сегодня происходит именно то, что как бы долго, наверное, к чему мы долго шли. То есть мы пытаемся получить новые сорта. Ну, не знаю, получится у нас это или нет. Ну, стараемся вот то, что лучше в мировой селекции, что лучше сделали селекционеры, мы отдаем, конечно, им долг уважения огромный, потому что они молодцы, сделали такую кропотливую, огромную работу. И нам бы хотелось внести хоть маленький вклад их огромное дело. Вот чем сейчас мы и занимаемся. Вот, кстати, сейчас мы подойдем и покажем. Ирина у нас как раз занимается сейчас переопылением. Да, или как это назвать? Переопыление. Устраивает цветам свидание. Свидание, да. Значит, смотрите, вы сейчас присутствуете, видите именно то, что называется у людей, ну, скажем так, как говорят, у нас секса нет. Ну, раз нет у нас секса, то пусть хоть побудет он у цветов. У цветов. Да. Нежно, смотрите, аккуратно. Смотрите, как он приятный, нежно этот контакт происходит. Ну, покажите нам еще, мы еще раз посмотрим. А вот сейчас вот на этом цветочке, да. Так все интимно, так все красиво, необычно и приятно. Так вот, да. Как правильно, Оль, сказал, как кисточкой вот так. Нежно-нежно потихонечку. И что же вы ожидаете от этого? Они пустили сок, и прям чувствуется вот такое, как бы вот как липкость. Вот, то есть раз-раз, и чувствуешь, что, наверное... То есть как будто бы прилипает, сливается в поцелуй, да? Да. Вот видите, кажется, цветы и тоже умеют целоваться. Да. Посмотреть, что потом получится вот от такого брака. Это то, брака. Что может быть, да? Ну, вы знаете, я думаю, что уверен, что детки будут просто замечательные, и глаз от них оторвать будет невозможно. Да, будем. Спасибо, ловить. Пойдем дальше смотреть, что там происходит в нашем саду. Так, а ну-ка пойдем. Мы даже не будем выключать камеру, а так вот покажем. Пройдем. Вот у нас находится консилиум происходит. Анна Борисовна здесь. Оля, давайте мы сейчас присоединимся к ним и посмотрим. Мы пришли опылять сорт Louis Choice. У нас есть пыльца с пастели Леганса. Пыльца Салман Дрим. Louis Choice значится хорошим родителем, дает интересные сорта и быстро завязывает семена. Вот мы сейчас попробуем все это сделать. Ну, Louis Choice, я смотрю, такой крепкий-крепкий бутон. И там даже, смотрю, почти не видно его, скажем так, губ, чтобы поцеловать. Да. Но Ирина, я смотрю, она все-таки извернулась. Старалась. И все-таки поцеловала его. Гюльчатая от крыльничка это называлось. Интересно. Я думаю, что это самое интересное будет нашим зрителям увидеть, что же здесь происходит. Какое происходит здесь таинство. О, молодец. Вот. А ну-ка, вот рядом
Анна Борисовна, ну повторите еще раз для камеры. Ой, Анна Борисовна закрою, и закрою, пусть там течет. Оля. Анна Борисовна и Лоис Чойс. И Лоис Чойс. Пытаемся получить все это, семена. Что вы можете сказать по этому поводу? Ничего. Кроме того, что здесь у нас мечта. Получить семена. Нас чуть-чуть обещают. Самая высокая мечта. В прошлом году у меня было от него несколько семечек. Но, увы, не проросли. Теперь я буду проращивать их в горшках. В горшках. Посадила в землю, они проросли. Вот теперь... То есть тут есть свои как бы тоже нюансы, да? И да. Называется, я мало плачу. Мало получить семечко, надо еще уметь его и вырастить. Да, я плачу, я рыдаю, дорогая. Вот давайте покажем, что происходит у нас. Вот. А рядом? А рядом у нас. Буйно. Буйно. Цветет. Непревзойденный лемон-шифон. Встречайте, смотрите. Встречайте. И любуйтесь. Вот он какой, лемон-шифон. Вот, создал же кто-то его. Вот не кто-то, а кто его создал? Чей это труд? Непонятно, что Бог все создал, но кто-то же приложил руки к этому Богу. Сейчас не помню. Цветочные боги его создали. Цветочные. Ладно. Ну, пойдемте дальше. Покажете, что там. Юрий Бельник, пойдем сейчас чай. Пойдем сейчас чай. Вот это все. А вот это все? Сейчас мы сделаем так. Красиво.